традиции мы обычно задаем один таких предварительных вопросов. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что Константин, как вы уже поняли, не только музыкант, не только мастер, но и исследователь этого искусства и в его материальных аспектах, и в его нематериальных аспектах. То есть и колокол как произведение, да, и колокольник как инструмента, наверное, и самой этой музыки, самого этого звука. Поэтому, коль скоро сегодняшняя наша тема в рубрике «Нематериальное наследие» в полной мере, то мне хотелось бы немножко, что ли, компенсировать, восполнить этот недостаток и задать вопрос о материальном в колокольном искусстве, какой-нибудь вопрос. И возник вот какой-то. Ну вот краеведы выстраивают для себя разные, всем, в общем, известные иерархии. Иерархии древности, иерархии ценности, красоты. Древнейший храм города, древнейший дом города, их хронологические ряды. Усложняется, да, эта сетка, прекраснейший храм города, прекраснейший дом города, древнейший из прекраснейших, прекраснейший из древнейших и так далее. И я вдруг подумал, что ведь и о колоколах да, можно так помыслить, можно выстроить иерархию древнейших и прекраснейших, прекраснейших, в свою очередь, и по звучанию, и по художественному облику колокола как вещи. Я думаю, что такая иерархия Константина существует, и мне хотелось, поскольку наверняка для большинства это совершенно неизвестная тема, вот задать такой вопрос. Какова иерархия древности, ну, скажем, московских колоколов и иерархия их красоты внешней и музыкальной? Ну, Рустам, прежде всего я хотел бы сказать, что колокол предмет в каком-то смысле уникальный, поскольку, будучи предметом достаточно стабильным, скажем так, да, то есть это не скрипка, у которой может рассохнуться древесина, а все-таки это предмет стабильный, монументальный, можно сказать, архитектурный. При этом колокол в себе содержит черты, свойственные приходящим предметам, то есть он может звучать. То есть вот такой уникальный сплав, он дает и вот такую действительно иерархическое, какое-то иерархические ряды в колоколах, которые действительно существуют. Если мы говорим о древних колоколах, мы говорим не просто абстрактно о колоколе, который был сделан в таком-то году, ну и забываем об этом сразу же, просто, ну, сказать, ну, как интересно и все. А мы понимаем, что если, например, колокол отлит во времена Ивана Васильевича всея Руси, то тот звук, который мы слышим в данную секунду, это тот самый звук со всеми его свойствами, обертонами, нюансами, характерами, индивидуальностями всем, который слышал Иван Васильевич всея Руси. То есть мы приобщаемся тем самым не только к эстетическому миру, окружавшему, ну, визуальному, скажем так, миру, окружавшему ту эпоху, но еще и можем расширить вот этот круг чувств, которые нам позволяют судить о той эпохе, через звуковое впечатление, а значит, оно становится еще более трехмерным. Поэтому вот эта иерархия, она определяется не столько датой, которая значится на колоколе, хотя, конечно, приятно говорить о том, что, например, в Московской земле самый старинный колокол, самый древний из известных датированных колоколов относится к 1420 году. Колокол находится в Троице-Сергиевой лавре, там, куда он и был отлит, еще во времена преподобного Никона Радонежского, он так и называется, Никонов чудотворцов колокол. И этот колокол до сих пор звонит, он не разбит, используется в звонах, у него удивительная такая архаичная форма. И можно сказать, что вот слушая этот колокол, мы уже возвращаемся во времена, когда, например, был освящен Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре. А если говорить об иерархии с точки зрения красоты колоколов, то здесь нужно просто понимать, что колокольная индустрия прошла достаточно неровный путь. Он имеет такой вид, ну, как бы горки. Сначала колокола были достаточно примитивными и маловыразительными с точки зрения своего внешнего облика. Но к 17 веку, особенно ко временам, когда при Алексее Михайловиче был ко двору приглашен нюрнбергский мастер Йоганнес Фальк, и русские подсмотрели некоторые особенности технологии колокольного производства, наступил золотой век колокольного литья, 17-е столетие. Это времена Александра Григорьева, прототипа литейщиков в фильме «Андрей Рублев». Это времена династии Моториных. И вот тут можно говорить о некоем удивительном взлете, внезапном и совершенно потрясающем. А затем мы говорим о промышленном периоде Российской империи, и здесь наши оценки становятся более спокойными. Наверное, это вам многое напоминает, поскольку, когда мы говорим о Зорочи, мы говорим о том же самом. Согласен, это похоже.
И когда вы говорите о колоколе 420 года, сразу вспоминается древнейшее поколение уцелевших московских храмов. Андроневский собор, ну, если говорить о московской земле, конец 14 века, начало 15-го, действительно параллельно. К сожалению, старых колоколов сохранилось не так много, поскольку колокола обычно гибнут от двух причин. Либо от пожаров, поскольку бронза, к сожалению, имеет определенную температуру плавления, после которой колокол просто утрачивается. Это страшное зрелище, я видел сгоревшие колокола, не менее жуткое, чем разрушенные здания, скажу я вам. И вторая причина – это небрежение звонарей, когда люди начинают просто вместо того, чтобы звонить в колокол, пытаться выколачивать из него душу. В результате действительно колокол, как живое существо, при попытке его убить, умирает. Таким образом, например, на втором ярусе колокольни Ивана Великого 4 исторических утраченных колокола. Есть такая распространенная версия, что они погибли, когда матросы императорской яхты «Штандарт» лупили в эти колокола во времена коронации государя-императора Николая II. Вот представляете себе, 4 колокола с трещинами, в том числе колокол времен Михаила Романова, работы Андрея Чехова. И, конечно, когда мы видим это и уже не можем слышать, звук колокола сразу же теряется, драматизм утраты колокола, он тоже имеет свою особенность, поскольку мы видим не просто разрушенный предмет, но он перестает разговаривать с нами. И вот об этом, в сущности, ваша сегодняшняя тема. Ну, в общем-то, да, пожалуй, об этом, но я хотел говорить именно о вещах нематериальных, прежде всего, поэтому рассуждения наши будут такие немножко на базовом уровне. Спасибо. Спасибо. Константин Мишкович. Можно запустить презентацию. Да. Значит, ну вот, начинаю я презентацию с такого немножко провокационного кадра. Мы здесь с вами видим некое народное торжество, но не будем уточнять, что именно мы здесь видим. Но мы видим массовое такое мероприятие с огромным количеством народа, с симфоническим оркестром, который исполняет нечто, и с некими двумя такими виселицами, на которых расположены колокола и некие неведомые металлические пластинки, подвешенные за веревки. Вот это та картинка, которая хорошо иллюстрирует нынешнее отношение к колокольному звону в массовой культуре. Мы с вами видим, что колокола, конечно же, подняты достаточно высоко сейчас, после советских времен это особенно очевидно, но мы видим, что колоколам придается некое значение, свойственное скорее чему-то такому, знаете, вот выставленному на показ, внешнему. Пожалуй, ближайший аналог феномену колокола в нынешнем сознании людей – это фестивали фейерверков, когда все собираются смотреть, как над ними что-то будет греметь, грохотать, и получают массу впечатлений, не свойственных обычной обыденной жизни. Но вот от колоколов тоже это ожидается. В результате вот на таких концертах, как правило, мы видим уже даже не звонарей, а неких таких ударников, которые начинают в колокола звонить особенно нещадным таким образом, выколачивая из них душу. Как я уже говорил, это привело в былые времена к довольно непоправимым последствиям. И вот эта вот неслучайная история, вот когда из колоколов начинают выбивать звук, надеясь, что еще, сильнее уж все услышат и все возрадуется, это то, что на ментальном уровне произошло с нынешним поколением слушателей. Вот от колоколов почему-то очень часто ожидается именно это. Хорошо. Но если мы... я буду просить переключать слайды дальше. Если мы вернемся к более стародавним временам, это современная, кстати, картина, достаточно удачная такая с психологической точки зрения. Вот мы видим образ некоего, некий такой собирательный образ звонаря-старца, который подошел к колоколу. Вот эта картина, она особенно ценна тем, что мы видим, что это не просто музыкант, который подошел к музыкальному инструменту, ща я вам тут гряну, там, с бацию, да, что называется. А мы видим с вами диалог, мы видим с вами человека, который подошел к колоколу, погладил его рукой, как живое существо. Может быть, даже хлопнул его слегка ладошкой, колокол отзывается на такое движение, он издает весь свой звук, но очень-очень тихо, только для звонаря. Вот скажу вам, как церковный звонарь с достаточно большим опытом, что общение с колоколами для нас не начинается вот с такого легкого дружеского похлопывания ладонью по колоколу. Сначала колокол говорит для нас, а уж потом, когда мы в него будем звонить, колокол будет звучать для всех, ведь уже его услышат все. Тот же самый звук, который получается при вот таком приятельском движении. Прошу дальше. Следующая картина, замечательное совершенно произведение искусства Горюшкина-Сорокопутова.
вот, называется, по-моему, «Утро в монастыре» или что-то такое, изображена угличская звонница, но многие, может быть, ее так признают. Мы здесь видим двух монахов, которые ждут начала звона к службе. Совершенно явно на рассвете происходит дело, видите, один из них кормит голубей, другой, опершись на парапет звонницы, смотрит внимательно в сторону собора, где должен выйти человек, который даст сигнал условный для того, что можно начинать колокольный звон. И вот мы видим здесь удивительную атмосферу покоя, солнечного света. Мы видим тишину перед началом громкого звука. И мы уже слышим этот колокольный звон, когда воспринимаем эту картину. Вот вы видите уже, да, два произведения изобразительного искусства, оба повествуют об одном и том же, о некоем спокойствии перед началом колокольного звона. Прошу дальше. Очень я люблю мажор Меркво. Это первый и второй, и третий колокол ударяет одновременно. Готово! Совершенно о другом, о чем-то личностном, о чем-то домашнем, о чем-то своем, когда звонари старые общаются с колоколами и в ответ на их звучание могут даже заплакать, как мы видим только что в фрагменте этого фильма. Это удивительное свидетельство времени, между прочим, уникальная совершенно съемка, больше их не сохранилось. Старых звонарей, которые звонили еще при государе-императоре Николае Александровиче, и сняты они были на кинопленку в 1966 году. Мы много сегодня будем говорить о ростовских звонах, и это не случайно. Дело в том, что Ростовская соборная звонница обладает уникальным подбором колоколов, которые рождают совершенно ни с чем не сопоставимые ощущения у всех, кто слышит этот звон. Это было и раньше, со времен постройки звонницы в самом конце 17 века, и далее, когда один из архиереев сказал: «Хочу себе такой же звон, как в Ростове», ему сказали: «Ну, сначала отлей такие же колокола». И когда по понятным причинам в советское время все это остановилось и звоны прекратились, вот эти звонари, которые звонили в Ростове, затаились по своим каким-то местам. Один из них был регентом в церковном хоре, второй пел у него. Третий работал слесарем, например, четвертый – настройщиком роялей. Но когда в 1963 году для фондов киностудии «Мосфильм» понадобилось записать классические колокольные звоны, то благодаря стараниям некоторых очень крупных деятелей культуры того времени –
удалось этих дедушек найти и собрать обратно вместе. И вот эта съемка, которая была сделана через 3 года после первой такой записи, она показывает вот этих стариков практически незадолго до их ухода. Прошу дальше. Вот мы обратимся, продолжаем. Мы обратимся к Ростову, к образу этого удивительного города. Сейчас он находится вблизи Ярославля, даже называется Ростов-Ярославский. Но, конечно, когда мы видим вот совокупность образов архитектурных, звуковых, выраженных в колокольном звоне, мы понимаем, что Ростов действительно великий. Это удивительный город, который находится на севере, северо-востоке от Москвы, который сейчас практически выморачивается, это уже всерьез ставится вопрос о переводе его в статус поселка городского типа, но в центре этого, в общем-то, невзрачного, ничем не примечательного теперь населенного пункта находится то, что называется Ростовский Кремль. Называется совершенно незаслуженно, поскольку это никакой не Кремль, а это резиденция митрополита. Но так уж он был построен, что, в общем-то, принял на себя лавры настоящего полноценного Кремля. И звон, который мы с вами слышим, адекватен масштабу этого памятника архитектуры. Можно сказать, что история исследования традиции Ростова в его колокольном аспекте восходит приблизительно к второй половине XIX века. Тогда появился в Ростове такой священник, отец Аристарх Израилев, который служил неподалеку в приходе и очень любил колокольный звон, был увлеченным акустиком и исследовал традиции ростовских звонов на доступном ему уровне. В частности, вот мы видим с вами в палате в Ростовском музее до сих пор хранятся камертоны, вот в левой части кадра они видны, которые были выполнены отцом Аристархом Израилевым для того, чтобы попытаться сымитировать звучание ростовских колоколов. Такая немножко наивная попытка, но она говорит о том, что интерес к этому звучанию уже был достаточно высок. Настолько, что эти камертоны заняли свое почетное место среди других раритетов церковного декоративно-прикладного искусства. Мы видим с вами фотографию Сергея Михайловича Прокудина-Горского. Мы видим ростовскую звонницу в том состоянии, в котором она была на 1910 год. И особо наблюдательные могут заметить, что сейчас ростовская звонница выглядит совершенно иначе. У нее появилось позакомарное вот это килеобразное покрытие. Видите, да, была двухскатная крыша фактически. И изменился немножко облик звонницы, несущественно. Но, в общем-то, конечно, звонница предстает перед нами в своем таком действующем состоянии. Мы можем с вами, например, увидеть решетку напротив самого главного колокола, которая вогнута внутрь. Это говорит лишь о том, что звонари когда-то пытались оттянуть язык большого колокола, прицепив веревку к этой решетке так, что погнули ее. Потом прекратили это делать, и звонари уже старые звонили в этот колокол, что называется, свободно, раскачивая его язык. Вот, далее, прошу. Вот мы видим звонницу тоже в состоянии до смерти 1953 года. Это фрагмент художественного фильма «Петр Первый» с Эйзенштейном. Сцена, когда царевичу Алексею Петровичу приказано снять колокола. Такая олимпийская, антиколокольная сцена. Прекрасен. Государь, приказал. Снимайте. Фрагмент этого фильма, он показывает нам, вот этот некий интерес к ростовским звонам, который был выражен в таком, уходящем, что ли, ключе, как о чем-то неактуальном. Кстати говоря, было мнение, я прошу притормозить немножко, паузу нажмите, когда говорят о вот этом фильме, то есть такое ошибочное мнение, что здесь записаны были ростовские колокола. Конечно, любой музыкант скажет, что никакие это не колокола, это имитация средствами оркестровых, таких трубчатых колоколов, которые
просто имитировали некий колокольный звон. Но вот кадры ценны тем, что мы видим здесь облик ростовской звонницы до войны, до Великой Отечественной войны. Вот. Сейчас я расскажу несколько более позднюю историю, как, собственно, получилось, что звоны были воссозданы в Ростове. Дело в том, что так получилось, что Илья Сергеевич Глазунов, тогда еще весьма молодой художник, написал статью «Что помнить, чем гордиться», в которой он написал о том, что мы, интеллигенты, скорее любим проводить время в Италии и в других иноземных государствах. Интересно, где он взял таких людей. Но он написал так, что мы скорее поедем куда-нибудь за границу, нежели будем изучать свою старину, то, что у нас находится прямо под Богом, и нам, конечно, надо внимательнее смотреть на то, что окружает нас вокруг. Но это было время, предшествующее появлению феномена «Золотое кольцо России». В ответ на эту статью, которая была опубликована в газете «Известия», по-моему, это был 1961 год, если не ошибаюсь, 1962, ну где-то там, местная учительница Мария Николаевна Тюнина написала ответ, написала письмо Илье Глазунову, что вот вы писали совершенно верно, а вот вы знаете, что приближается годовщина, юбилей города Ростова, и между тем наша знаменитая звонница, которая пережила и времена, значит, ранней советской власти и пережила Великую Отечественную войну, она до сих пор молчит. А было бы неплохо ради вот такого юбилея восстановить эти звоны, хотя бы дать возможность послушать, как они звучали раньше. Илья Глазунов воспринял это письмо близко к сердцу и передал его своему приятелю Владимиру Александровичу Десятникову, который тогда был сотрудником аппарата ЦК ВКСМ, но по совместительству вроде как значит, художником, по крайней мере, человеком близким к этой, ну, как бы этому кругу. И Десятников обратился, он очень загорелся этой идеей, и он обратился к своему наставнику, к Петру Дмитриевичу Барановскому, которому сказал, что вот такая вот появилась история, что можно попытаться каким-то образом в Ростове на время восстановить колокольный звон. Но не забывайте, что речь идет о эпохе, когда Юрий Гагарин полетел в космос, а Никита Сергеевич Хрущев пообещал показать последнего попа. Барановский не нашел ничего лучше, как свести Десятникова со своим давним приятелем, своим давним другом, Николаем Николаевичем Померанцевым. И благодаря стараниям Тюниной в Ростове удалось найти вот четверых звонарей, которые были уже тогда глубокими стариками, но которые вроде бы как оказывается помнили то, что они делали раньше. Но вот мы видим портрет Николая Николаевича Померанцева в юности, а здесь вот вы видите фотографию колокольни Ивана Великого. Я ее здесь поставил не случайно. Дело в том, что среди различных подвигов, безусловно, которые совершал Николай Николаевич во времена своей деятельности, был и один такой колокольный подвиг. Связан он был с тем, что в 1929 году, в разгар антиколокольной кампании, было принято решение снять все колокола с колокольни Ивана Великого в Московском Кремле на переплавку. И Николай Николаевич, тогда заведовавший музейными фондами Кремля, Кремль не был полноценным музеем, доступ был туда закрыт, но вот он был что-то вроде смотрителя, скажем, который охранял там по возможности вот эти древности, и он воспринял эту идею снятия колоколов так, как и подобало. Он не стал сопротивляться ей, но запустил бесконечный бюрократический процесс. Дайте мне справку, что мне нужна справка, нужно согласование, что нужно согласование, так до бесконечности. Пока, наконец, не пришлось пожертвовать двумя большими колоколами, относившимися к наиболее позднему периоду своего литья. Это большой колокол 1000 пудов, который висел вот сейчас. Свободное пространство с правой стороны от большого спецкого колокола, видим пустой проем, вот там это был колокол, симметричный левоту, и колокол со второго яруса, к сожалению, тоже полетел, 1799 года. Ну и несколько колоколов 19 века тоже. Остальные колокола, включая колокола, отлитые по велению Ивана Грозного, на Иване Великом сохранились. Благодаря тому, что удалось переждать вот это страшное время. И дальше к этому вопросу уже никто не возвращался. Колокола сейчас радуют нас своим колокольным звоном. Ну вот я имею честь звонить на колокольне Ивана Великого с 1992 года. То есть 23 года уже общаюсь с этими колоколами. Так вот, Николай Николаевич Померанцев, будучи человеком весьма осведомленным в колокольных вопросах, занялся очень интересной такой деятельностью, как прошу дальше. Он взял старые-старые ноты записи
записи ростовских сводов, которые были сделаны отцом Аристархом Израилем. И с этой тетрадкой на перевес в 1963 году, ранней-ранней весной, в марте, был холод, очень такой сильный, как зимой, впервые попробовал с этими старыми звонарями осуществить колокольный звон. Тут мы видим уникальнейшую совершенно съемку на 8-метровую камеру, сделанную племянницей Николая Николаевича Баранцева на покойный. Тут мы видим в момент дирижирования звонарями, вот Николай Николаевич стоит с тетрадкой, дирижируя звоном. Понадобилась звуковая дорожка с колокольным звоном для записи исторических фильмов. Ну и вот таким образом обратились сначала на киностудию Горького, сделали вот эту запись в марте, она была очень слабенькая и в техническом плане, и звонари, конечно, еще не вполне вспомнили, как именно они звонили в колокола, но благодаря вот этой бурной деятельности удалось провести затем летнюю сессию 1963 года, когда уже старики не были ограничены каким бы то ни было какими-то рамками. И уже для Сергея Бондарчука, для съемок фильма «Война и мир» формально были проведены полноценные звукозаписи, которые были в фонды киностудии «Мосфильм». Пошу дальше. Вот. А, мало того, что были проведены записи в фондах... Я свой журнал «Колоколом» имел, конечно, в виду не обычный колокол, а набатный. Он знал, что за такой всполошный колокол в самодержавной России отправляли в ссылку не только сам колокол, но и его звонари. Ну, вот такая замечательная идея была. Мало того, что сделали запись для фондов киностудии, еще и к Фурцеву обратились с тем, чтобы сделать грампластинку. Ну, тут уж, конечно, все встали на дыбы, что какая может быть пластинка? У нас тут вообще, понимаете ли, зенит, так сказать, советской власти, а тут вы с какими-то поповскими мелодиями обращаетесь. Но, в общем, Десятников очень остроумно описывает этот эпизод, что в то время в Москве гостил деятель такой театральный из эмигрантов Соломон Юрок, который, значит, нанимал Фурцеву самыми разными просьбами, то давайте вот это устроим, то устроим, это. И пока он сидел в приемной, и она его просто не пускала к себе в кабинет, Десятников взял и продемонстрировал этому Юроку, я не знаю, каким образом ему это удалось технически, может быть, стоял граммофон, что-то, или, может быть, магнитофон был, трудно сказать, но вот он говорит так, что он продемонстрировал ему фрагмент вот этой записи. И когда Фурцева открыла дверь и увидела, что Юрок плачет, Десятников тоже посуетился. Говорит, да, вот мы познакомили его с таким, ну ничего тут особенного, интересного, но он уже решил это все издавать в Соединенных Штатах Америки, поэтому в ближайшее время будет проведена такая вот, ну конечно, тут уже сыграла ревность. И в результате мы с вами видим конверт вот этой пластинки. Обратите внимание, на русском, английском, немецком и французском языках. Вот так. Это вот первая пластинка с ростовскими звонами. Вот. Ну, конечно же, фонды киностудии «Мосфильм» были гораздо шире, чем то, что попало на грампластинку, на порядок шире. Вот сейчас вы услышите фрагменты настоящей фонограммы, которая хранится в этих фондах. Прошу дальше. 135 первый ростовский праздничный перезвон. Н-135-5 колокола сельский звон. Н-135-6
74, 6, звон колокола к обедне. Ну вот примерно так выглядит вот этот архив, которым пользовались киношники потом, ну, до сих пор пользуются на самом деле. Кто-то подсчитал, что более сотни фильмов были озвучены с использованием этой единственной фонограммы. Доходило до абсурда, вплоть до того, что вы помните, может быть, кто-нибудь фильм «Приключения электроника», когда там в финале, значит, запускают колокола на башню, ну и, конечно же, опять ростовские звоны звучат, то есть вот, там тоже все то же самое. Список этих фильмов обширен, «Жестокий романс» и «Россия молодая», ну, конечно, «Война и мир», прежде всего, фильм, для которого была предназначена эта запись. То есть все это как бы вот шло, прошло дальше. И, конечно же, звукозапись была произведена на высочайшем техническом уровне. Вот послушайте один из удивительнейших звонов ростовской звонницы. Вот постарайтесь подумать о чем-то хорошем. Прошу дальше. Замечательная запись. Более 8 минут, представляете себе. То есть там такое впечатление, что к концу звонари просто входят в транс и уже начинают развивать эту тему, повторять. Это вот напоминает даже стихи, скорее всего. Да? Вот есть какое-то подобие рифмы, которое мы здесь слышим. В 1985 году, наконец-то, фирма «Мелодии» провела полноценное издание, осуществила полноценное издание вот этих записей из фондов киностудии «Мосфильм». То есть не Герцен, назвав свой журнал «Колокол», говорил о самодержавии, а действительно запись, содержащая звоны, что самое ценное для нас сейчас, с сопутствующими им названиями. И вот эти названия звонов и фонограммы в паре дали то, что стало основой для возрождения церковно-звонарской культуры с 90-х годов 20-го столетия, после тысячелетия крещения Руси. Этот путь прошел и я. 30 лет назад эта пластинка появилась у меня в руках, когда я был еще 11-летним школьником. И вот сейчас, уже в свои 41, я колокольный человек, я занимаюсь только колоколами. Все, что я делаю, ориентируясь на тот пример, на тот образец, который остался в виде звукозаписи ростовских звонарей. Вот послушаем еще одну из них немножко, отрывочек. Прошу. Дальше сейчас будет. Полистать. Ну, у нас презентация такая капризная немножко. Надо просить перезагрузки. Не знаю. Ну, попробуйте дальше продолжить. Может быть, нам получится. Далее. Еще раз нажмите. Слышно, что дело совершенно не в ритме, не в ритмических каких-то фигурах, попевках, трелях, которые привыкли мы слышать. А здесь есть некая особенность характерного звукоизвлечения, которое фактически в этом среднерусском, равнинном Ростове вдруг перемещает нас куда-то на берег океана, где волны набегают на берег и, разбиваясь о камни, откатываются следующие идут. И вот это удивительное свойство, оно порождается не одновременным ударом всех больших колоколов, а есть такой гусляной характерный удар. Музыканты называют его арпеджиато, но это не вполне арпеджиато, это именно единое такое, какое-то вот единое звучание всех колоколов согласно друг с другом.
Вот. Я хочу показать вам сейчас несколько фотографий, которые достались мне гораздо позже, когда я уже занялся на научной основе исследованием ростовских звонов и обстоятельств, связанных с теми звукозаписями. Мне удалось найти всех троих участников фотосъемки в марте 1963 года, одним из которых был Виктор Охломов, знаменитый известенец, фотограф, с которым мне довелось общаться до его болезни. Он много интересного рассказал и передал мне свои негативы даже с фотографиями вот этих ростовских звонов. Чтобы фотограф такого уровня, как Охломов, передал конверты с негативами кому-то, пусть даже очень увлеченному человеку, тому должна была быть очень веская причина. Двое других – это Десятников Владимир Александрович, о котором я уже рассказывал, и Илья Ефимович Гольберг, ныне здравствующий, ему уже там, ну, очень много лет, это сын известного в то время писателя Ефима Яковлевича Дороша, который был таким сельским писателем и написал, в частности, такое короткое произведение «Сказ о Ростове Великом», которое в дальнейшем было экранизировано в виде документального фильма. Так вот, я хочу показать вам сейчас несколько фотографий, чтобы вы окунулись в атмосферу тех времен. Вот, давайте полистаем дальше. Вот вы видите, как один из стариков лихо залезает на лестницу, прислоненную к колоколу, чтобы подвязать веревки. В это время Урановскому было уже, ну, порядка, ну, около 60 лет. Прошу дальше. Вот вы видите, веревки еще так привязаны в черне, но уже первые попытки воспроизвести какие-то звуки здесь происходят. Далее. Вот. И вот мы, пройдя через ряд фотографий, видим с вами картину Вилье, которая изображает ростовскую звонницу в момент колокольного звона по состоянию на самое-самое начало 20 века. Для нынешних звонарей и исследователей колокольной традиции эта картина является абсолютным, беспрекословным документом, который показывает многие технологические особенности организации колокольного звона в начале 20 века. Как привязаны веревки, как развешаны колокола, на чем они развешаны, как устроена вот эта будочка, в которой звонари пережидали холод для того, чтобы дождаться колокольного звона, как устроены характерные клети, вот такие вот помосты, позволявшие звонарям подняться к языку и осуществить звон, если даже звонница была заметена снегом. То есть вот какие-то такие нюансы, мелкие вещи, особенности позволяют сейчас звонарям, что называется, получить преемственность традиции и узнать многое из первых рук, как совершались колокольные звоны раньше. Прошу дальше. Дальше у нас следует историческая фотография Соловецкого монастыря. Мы с вами видим звонарей Соловецкого монастыря в момент совершения большого колокольного звона. Ну, конечно, в силу особенностей фотосъемки тех времен явно фотография постановочная, но видно, как были привязаны тяги к колоколам, что они были сделаны из толстой проволоки, загибавшейся крючком, и мы видим звонаря, стоящего под большим колоколом и внимательно смотрящего в кадр. Особенно замечательные выглядят сапоги у звонаря. Прошу дальше. Вот. Следующая фотография не менее прекрасна. Это Федоровский собор Санкт-Петербурга, недалеко от Московского вокзала. Ну, здесь просто потрясающая совершенно почва для исследователей системы управления колоколами, существовавшей на начало 20 века. Мы видим, как были устроены две педали, звонарь сидит на специальном таком помосте, можно сказать, насесте, да, приделанные цепи, и совершается колокольный звон определенным образом. Мы видим фактический момент тоже совершения колокольного звона, а на стене, обратите внимание, маленький электрический колокольчик и лампочка. Это сигнал, который был проведен внутрь храма в особо ответственный момент, когда звонари должны начать или закончить звон, сигнал подавался на колокольню. Вот такое техническое новшество начала 20 века. Прошу дальше. Дальше мы видим с вами такую юмористическую зарисовку неких звонарей, звонящих в Москве. Вот. Неких звонарей, звонящих в Москве. Мы видим с вами звонаря, который стоит на табуретке, вот. А второй звонарь неистово, яростно, что называется, звонит в колокол в раскачку вторым языком. Возможно, где-то за неимением технических средств звоном стоял не так. Ну, по крайней мере, красные рубахи у звонарей показывают, что речь идет о пасхальных временах. Далее. Вот. Ну и вернемся к нашей фотографии, с которой мы начали наш рассказ. Да, вот сейчас мы видим все
достаточно пригнано, все достаточно так организовано. Колокола висят по порядку, все на своих местах. Но, конечно же, мы не можем себе представить здесь звонаря, который может подойти к колоколу, похлопать его, пообщаться с ним, заплакать при его звуке. В общем, можно сказать, что сейчас, конечно, наступили времена достаточно характерные, которые катком прошлись по многим-многим сторонам человеческой деятельности и по многим аспектам культурного наследия. Прошу далее. Ну вот, в консерватории, например, ставится консерватория Бетховен, где обязательно есть звонарь, который может по сцене ударять колокола громко. Здесь вот не очень слышно, хорошо, на записи. Далее прошу. Без комментариев, просто наблюдайте. Ставят на грузовик, и звонарь едет впереди крестного хода, как бы предваряя его неким передвижным колокольным звоном. Вот. Попробуем остановиться в памяти на этом аспекте. Я несколько позже к нему вернусь. Ну, общее зрелище, конечно, потрясающее, правда? Вот. Далее прошу. Происходит дело в Коломенском. Я думаю, что многие, кто бывал в Коломенском, видели эту бригаду, которая там осуществляет вот эти вот, значит, так сказать, эту игру, я не могу сказать, что звоны. Они называют эти штуки плоский колокол. Плоский колокол. Ну, я вот, знаете, немножко обучен геометрии, стереометрии, и я совершенно не могу себе представить колокол плоским, поскольку колокольная форма предполагает некое вогнутое тело, да, вращение, ну, водолазный колокол, например, бывает, не обязательно говорим о церковных колоколах. То есть, как колокол сделать плоским, я себе представить просто не могу. Ну, хорошо, оставим эту терминологию, значит, тем, кто я придумал. Также называют эти штуки пила. Говорят, что это такая древняя традиция звона, которая была свойственна раннехристианским временам. Потом постепенно она, ахти, была вытеснена колоколами. И теперь у нас уже вот западноевропейское вот это влияние, теперь мы слушаем колокола, но надо возрождать древние традиции, поэтому давайте установим звон пилы, и начинает играть металлофон. На самом деле, самое забавное заключается в том, что те, кто играют на таких металлофонах, не придумали ничего нового и не возродили ничего старого. Они просто перенесли традиции яванских и индонезийских гамеланов на российскую почву. Там то же самое. Есть, например, в Китае такие приспособления, называются юньло, юньгао, где вешают тоже набор таких вот досок, и молотками начинают по ним играть, и, как из металлофона, извлекают некий медитативный звук. Конечно же, ни обертоновый состав, ни динамика звучания нисколько не напоминают колокольные.
Доска не может звучать так, как звучит колокол в силу чисто физических причин. Но попытка имитации колокольного звона на металлофонах, которая первоначально робко продвигалась исследователями и изобретателями для использования на концертных площадках, в театрах, ну мы же не можем колокола в каждом театре повесить, а доски можно повесить где угодно. Постепенно, к сожалению, это стало проникать на церковные колокольни. Как раз из-за того, что появилась подмена понятий, что это и есть била, некоторые настоятели некоторых храмов решили, что ну если это древнее било, давайте возродим. И получилось, что на некоторых колокольнях сейчас вместо колоколов молотками вот, играют на вот таких вот металлофонах. Я не буду сейчас подробно развивать эту тему, могу лишь переадресовать к своей собственной статье, которая опубликована в интернете, и называется она так немножко провокационно «Пока звонит там-там». Вот, она была опубликована в журнале «Встреча», это журнал Духовной Академии, и затем перепечатана на сайте о колокольном звоне. Там нет какой-то особой эмоциональной ругани, что называется, с моей стороны, но задано несколько очень неудобных вопросов, на которые я до сих пор, а прошло уже 9 лет со времен публикации этой статьи, я не получил ни одного ответа. Ну, например, если в старину боролись за каждый ас, если любое изменение, любая книжная справа вызывала колоссальные протесты, любое изменение образа богослужения вызывало расколы и прочее и так далее, почему мы ни разу не встречаем ни одного исторического упоминания о том, что где-то было сопротивление изъятию бил и замены их колоколами? Нелогично, правда ведь? Второй момент. Если, как бы сказать, если в XIX веке уже при развитии технологий на некоторых колокольнях, например, отсутствовало достаточное количество колоколов, почему мы не видим ни одной исторической фотографии, когда на колокольнях висело бы что-нибудь, кроме колоколов? Неужели те, кто были перед нами, не догадывались о том, что это так просто? Возьми доску, повеси, играй вместо колокола. Значит, было что-то другое, было какое-то сакральное отношение к колоколу, как к церковному освященному предмету. И считалось, что на колокольне место только колоколам. Это логично. Даже с точки зрения филологии, колокольня для колоколов, пивница для бил. Не говоря о том, что традиция настоящего стука в била сохранилась в греческих землях, в частности, на Афоне, в Метеорах. И это совершенно другая традиция, не имеющая ни малейшего отношения к тому, что вы слышали только что. Все эти аргументы, все эти вопросы приводят к однозначному выводу, что мы имеем дело с неким бизнесом, с некой подменой понятий, сделанной ради того, чтобы вместо колоколов на колокольне повесить прокатные листы. Ну, наверное, это путь наименьшего сопротивления, когда, например, община не имеет достаточно средств для того, чтобы изобразить большой колокольный звон. Но зададим логичный вопрос, а надо ли изображать большой колокольный звон, если у вас нет возможности его сделать? Не честнее ли будет завести маленький благовестник, повесить его на колокольне и звонить в него? А потом постепенно колокольня будет прирастать колоколами, как это и было исторически. Согласитесь, этот путь, он более честный, но более долгий. Но мы же хотим все сразу. Вот и получается. Суррогат вместо настоящего звука. И в результате меняется отношение к колоколу как таковому. Уже не похлопаешь его вот так. Не послушаешь, не поплачешь от его сочетания звуков. И возникает подмена. А звонари, к сожалению, утрачивают самое главное ощущение, которое было свойственно нашим предшественникам. Ощущение колокольни, как источника колокольного звука. Колокольня, которая звучит, будучи статичной, это нечто, что привлекает к себе внимание всех окружающих. Фактически это громадный ландшафтный инструмент. А даже в летописях писали не повесить колокол, а поставить колокол по той самой причине, что колокол стационарно устанавливался на ярус звона. И с колокольни вещая, он встречал святыни, когда проходили крестные ходы, например. И с колокольни раздавался колокольный звон богослужением, к отпеванию, к венчаниям. Колокольня являлась маяком, по сути дела, радиоантенной, передававшей новости всем вокруг. И тогда ты понимаешь, что нашим предкам было совершенно ни к чему возить колокола перед крестным ходом на телеге. В этом не было никакой необходимости. Кришнаиты ходят
с музыкальными какими-то погремушками, предваряя свои шествия. Но в православной культуре это отсутствовало напрочь. И появилось только сейчас, когда к колоколу изменилось на ментальном уровне отношение. Колокол стал неким шумовым эффектом, оформлением, который должен сопровождать, но не является основой, не является точкой притяжения внимания. И в результате возникает вот такая подмена. Поэтому мы с вами видели сейчас несколько примеров, не просто вот из желания покритиковать кого-то, а мы видим некие принципиальные изменения в отношении к колоколам, связанные с прекращением колокольной традиции в большевистские времена. Если в былые времена, когда если нам получится, вот, я хочу показать, вам я сам здесь представлю, я хочу вам показать несколько фотографий Сергея Михайловича Прокудина-Горского. Я сделал выборку фотографий, связанных так или иначе с колокольной тематикой. Мы с вами видим колокольни разных храмов, я не буду сейчас комментировать, что именно, но прошу обратить ваше внимание на одну очень характерную особенность, которая бросилась мне в глаза при внимательном изучении всего вот этого громадного архива Прокудина. Мы видим, что колокола занимают колокольные проемы практически целиком. Это достаточно большие колокола в масштабах колокольни. Видите, да, здесь вот хорошо видно. На следующем кадре то же самое. Видите, вот колокольня, и она вся завешена большими колоколами, которые вынесены на авансцену, выведены вперед. Следующий пример. Опять то же самое. Видите, колокола из колокольни практически высовываются наружу. Следующий пример. Здесь не очень хорошо видно, но увидите на большой колокол, который висит в проеме, а сбоку, слева и справа от него висят колокола малого веса. То есть мы видим, что проем занят колоколом практически целиком. Следующий пример – это храм возле Ростовского Кремля Исидора Блаженного на валах. То же самое, видите, большие колокола выступают за колокольню. И вот когда критическая масса впечатлений достигла определенного уровня, и когда вот эти фотографии просто стали свидетельствовать о чем-то очень важном при их внимательном рассмотрении, вот видите, здесь колокол не помещался в проем, даже в колокольне были сделаны специальные выемки в ее пилонах, для того, чтобы колокол поместился. Так вот, когда количество этих впечатлений превысило какую-то критическую массу, пришло понимание базового принципа организации колокольного звона в России, по крайней мере, до начала 20-го столетия. Когда на колокольне устраивается звон, то большие колокола выводятся вперед. Очень часто самый главный колокол вешается над входом в храм. Не в глубине колокольни, будучи окружен маленькими колоколами, как это делается сейчас повсеместно и считается стереотипным, а наоборот, звонарь прячется в глубине колокольни, а большие колокола по возможности, по максимуму выводятся в колокольный проем. И вот это исследование вот этого феномена привело к полному переосмыслению роли звонаря в церковном звоне. Если сейчас ставится помост, звонарь выходит на уровень проема и являет колокольный звон, а за спиной у него гремит большой колокол как аккомпанемент, то после звона звонарь может чуть ли не раскланяться перед прихожанами, как музыкант, завершивший исполнение музыкального произведения. При таком подходе это совершенно невозможно. Фактически мы приближаемся к пониманию, почему колокольный звон плыл над городом. Когда большие колокола соединяли свое звучание вместе, и когда маленькие колокола уже были не солистами, а фактически аккомпанементом, колокольный звон приобретал ту самую целостность, как мы ее слышали на образцах классических звукозаписей ростовских звонов. Помните ионинский звон? Там нет мелких колоколов, но все остальное являет собой некую волну, некое единое целое, соединенное для восприятия. Это очень важный момент. Кстати говоря, я перевел это впечатление и в практическую плоскость. И когда я курировал подвеску колоколов в храме Преображения Господня на Преображенской площади, я сделал все возможное и убедил проектировщиков, чтобы колокол весом 2 тонны вывести в проем. Результат не заставил себя ждать. Это один из удивительных образцов колокольного звона получился, помимо моего здесь участия, просто потому, что колокольня заговорила колоколами. И этот принцип я применял, в частности, при подвеске колоколов в храме Софии, при мудрости Божией, на Софийской набережной, где три больших колокола выведены в проемы в сторону Московского Кремля. Тот же самый эффект. Фактически, где бы я сейчас ни делал оборудование, ни занимался оборудованием звона,
Этот принцип я стал применять, и он действительно себя очень здорово показывает. Вот. А дальше мы пропустим видео, я прошу этот ролик пропустить, и послушаем некий пример. Здесь можно запустить, если позволите. Так получилось исторически. В 89 году, когда колокольные звоны в Ростове были воссозданы, они были воссозданы на совершенно новой основе. Основа эта была, ну, фактически исторический материал, документальный. Это были ноты отца Аристарха Израилева, которыми он пытался описать ростовские звоны в самом конце 19 века. Вот. И если мы пролистнем к следующему, да, вот послушайте, что получалось. И это можно спустить. Эти ноты. Теперь звучат как некий элемент, который мы можем четко проследить. Большие колокола аккомпанируют им, строго складывая свой ритм в определенные доли такта. Все очень четко, все согласно длительностям, все четко воссоздает вот этот исторический документ. Но правда ведь чего-то не хватает. Я специально показываю вам этот пример для того, чтобы мы нашли некие параллели с современным состоянием архитектуры, с современным состоянием зодчества. Даже в тех случаях, когда вроде бы формы воссоздают что-то прежнее, очень часто не хватает чего-то, какого-то дуновения одухотворенности, что ли, не знаю, которое присутствовало у тех, кто делал вроде бы все то же самое, даже описанное нотами, но делал это на совершенно другой основе. Прошу следующий фрагмент. Тот же самый его результат. Старая запись. Я не знаю, насколько очевидна для вас разница, но это мы выясним чуть позже, вот когда будем немножко общаться в режиме вопросов и ответов. Но, по крайней мере, я попытался вам показать некое различие в подходах на базовом уровне к вроде бы одному и тому же звону на одних и тех же колоколах в одних и тех же условиях. Далее. Для того, чтобы завершить мысль, мы с вами обратимся к образу храма как такового.
Когда мы находимся вне храма, мы воспринимаем его архитектурный облик как единое целое. Для нас храм не распадается на определенные части, а важным является сугубо архитектонические, архитектурные какие-то черты. Соотношение частей, пропорции, членения, ритм. Прошу далее. Когда же мы с вами приближаемся к храму, и тем более входим в него, то нашему взору предстает нечто совершенно иное. Вот условно дверь входит в храм. Видите, как изменился образный ряд. Мы видим с вами интерьеры храма, иконопись, живопись. И слышим церковные пения. На иконах имеются надписания, переводящие образ к первообразу. Пение тоже не является музыкой в чистом виде, а это текст, который удовлетворен мелодикой и гармонией. Среди чувств человека самыми главными являются два – зрение и слух. Именно зрительные и слуховые образы обеспечивают нам максимум информации об окружающем мире, максимум впечатления. Нарисуем мысленный крест и попробуем расположить впечатление человека о православном храме в соответствии с этой логикой. Прошу далее. Когда мы приближаемся к храму, мы видим храм как единое целое, как я уже говорил дальше. Когда мы входим в храм, мы видим образный ряд, связанный с церковной живописью, с иконописью, стенописью. Далее. Когда мы входим в храм, мы слышим церковное пение. Я дал условно изображение пьес, церковного хора. В нашей логической схеме остался незаполненный один фрагмент, один кусочек. Далее. Совершенно очевидно, к чему я веду. Здесь находится колокольный звон. Вот если мы внимательно посмотрим на этот крест, на эти две пары церковного искусства, то мы сможем уяснить значение колокольного звона в церковном богослужении и свойства колокольного звона как особенного вида человеческой деятельности, не являющейся музыкой в классическом понимании этого слова. Дело в том, что как для храма в его внешнем облике свойственны архитектурные критерии оценки, так и для колокольного звона, как звукового впечатления для человека, находящегося вне храма, свойственны точно так же архитектурные свойства, как, например, ритм, метр, гармония, общее впечатление. Звон не распадается для нас на отдельные составляющие части и не отсылает нас первообразом. Мы не говорим, что первый звон посвящен тому-то, тому-то, второй звон такой-то, там музыка играет. Вот причина, почему на колоколах звонари никогда не исполняют никаких мелодий, никаких песнопений, никаких гласов. Вот когда мы входим в храм, для нас открывается совершенно иное. Мы видим, что для нас в молитвенном общении становятся доступны образы, которые переводят нас к первообразам, и мы слышим церковные пения как смыслы, как тексты, которые обращают наш ум все к тому же, к горнему. И каждый момент мы переживаем строго определенные впечатления. Не может быть иконы вообще. Должна быть икона святителя Николая, Спасителя, Богородицы. Не может быть пения вообще. Может быть тропарь, кондак, величание, что-нибудь. Но может быть колокольный звон вообще. И может быть архитектура храма вообще. Вот различие в свойствах церковно-богослужебного искусства. И вот когда мы уясним эту логику, для нас становится понятно многое, о чем я говорил вам сегодня. Почему определенные виды колокольного звона неуместны, а некоторые виды колокольного звона при их ритмической простоте и кажущейся примитивности рождают удивительные ощущения и желание слушать и слушать и слушать колокола.
Мы говорим о колоколах не просто так, это не самоцель. Я хотел вам показать моим сегодняшним рассказом, что есть вот такая область, удивительно тонкая, человеческого искусства, которая сохранилась для нас в виде и материальных носителей, как колоколов, колоколин, свидетельств современников, летописных изображений, иконописных изображений. Масса есть предметов материальной культуры, которые позволяют нам лучше уяснить свойства колокольного звона. Но существуют и нематериальные особенности этого искусства, которые мы можем воспринять, только вслушавшись в звучание колоколов. И уже не на логическом уровне, а на уровне почти абстрактном, когда мы можем фактически слушать колокола так же, как мы слушаем пение птиц, движение воздуха, дыхание ветра и многое другое. И в этом отношении ценность звонарей оказывается вовсе не в том, что он наиболее искусно сыграет для нас какую-то мелодию, мы ее послушаем, поаплодируем и разойдемся. А оказывается, колокольный звон призван только для того, чтобы ввести нас под сень храма, для того, чтобы стать доступными для церковной проповеди, которая открывается для нас, когда мы пересекаем эту условную границу внешнего мира и внутреннего. Поэтому звучание колоколов для богослужения, когда мы находимся внутри храма, имеет второстепенное значение. Колокола могут быть вообще не слышны в храме. Это не мешает службе и не меняет ее свойства. Но колокола извне дает нам возможность почувствовать что-то большее, чем просто некий аккомпанемент, некий звуковой фон, служащий для того, чтобы как-то разнообразить нашу жизнь, сделать ее несколько более красивой. Напоследок я хочу вам показать еще один видеоролик. Это колокольный звон в Троице Сергиевой Лавре, он будет немножко громким. Там мы с вами услышим совершенно другую школу, совершенно другую традицию. Я поставил этот ролик в конце моей беседы специально для того, чтобы у вас не сложилось превратного впечатления, что я пытаюсь вам рассказать о ростовской традиции колокольного звона как таковой. Ростов важен только потому, что это наиболее сохранившийся образец колокольной культуры, но это не единственная ниточка, которая связывает нас с прежними временами. В Троице Сергиевой Лавре на Большой Колокольне звонят звонари совершенно иной школы, поскольку после закрытия Троицы Сергиевой Лавры во времена войны, до момента ее открытия, там жил некий слепец Сергий Инок, который обучил следующего звонаря, и этот следующий звонарь обучил удивительного совершенно человека, игумена Михея Тимофеева, к сожалению, его уже нет в живых, звонаря-виртуоза, который оставил по себе целую плеяду учеников, звонящих в совершенно особой лаврской манере. Это отличает характерным звон Троицы Сергиевой Лавры от любых других колокольных звонов, где бы то ни было. Вот давайте послушаем фрагменты этого видеоролика, и на этом я хотел бы завершить такую повествовательную часть моей беседы. Прошу. Обладает уникальными свойствами. Она поддерживает малейшее прикосновение стального языка и затем поддерживает звук достаточно долго. И звонарю совершенно не нужно выколачивать из колокола звук. Достаточно лишь прикоснуться к колоколам и позволить им звонить. Вот при всем разнообразии подходов и школ, и манер колокольного звона, которые мы знаем, которые сохранились на наши дни, во многом русская манера звона
является единой вот в этом отношении колокола. Если мы говорим об исторической преемственности, если мы говорим о тех видах колокольного звона, которые сохранили свои свойства с прежних времен. К сожалению, есть проблема в том, что современное битовое мышление, люди все время слушают радиоприемники, бесконечно какой-то радиоэфир, там музыку и так далее, потом приходят на колокольню, колокола настолько чуткие к человеческому настроению, что моментально передают все это всем окружающим. И если человек послушал вот это, а потом пришел на колокольню, он будет делать то же самое и на колоколах. Удивительный феномен, что на колокольне очень неуютно себя чувствуют барабанщики, ударники. Они настолько привыкли к атаке, они настолько привыкли извлекать звук из барабанов ритмично и с усилием, что когда они приходят к колоколам, они интуитивно ждут того же самого. Был обратный пример. Однажды мой приятель, знакомый, предложил мне посидеть за барабанной установкой. И оказалось, что я совершенно не в состоянии ударить по бочке, вот ногой, по педали. Потому что я по привычке колокольный стал ударять аккуратно, нежно, и звук не получался. А он говорит, да нет, не так надо, вот таким вот движением. Я говорю, знаешь, я, вот как говорил Владимир Семенович Высоцкий, бить человека по лицу я с детства не могу. Вот у меня тоже есть какое-то уже предубеждение к тому, чтобы почему-то ни было ударить сильно. Наверное, это профессионально, наверное, просто тоже вот такой пример, который показывает, насколько могут разойтись, казалось бы, близкие друг к другу виды искусства. И, в общем-то, большинство звонарей, которых я видел, которые учили меня звонить, были людьми абсолютно спокойными, незаносчивыми, и это свойство колокольного звона мы тоже стараемся у них воспринять в полной мере. Наверное, это то же самое, что как и архитекторы пытаются победить в себе желание сбацать что-нибудь такое этакое, и все-таки научиться вникнуть в суть вещей, в суть материала, и попытаться заставить петь камни, как мы, звонари, пытаемся заставить петь бронзу. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, действительно, лекция была настолько совершенным произведением, как, наверное, презентация. Я такого никогда не видел, я не слышал. Вот, что... Не знаю, как продолжать. Может быть, кто-то попробует продолжить, но не я. Я буду принимать вопросы. А потом что-нибудь тоже придумаю. Пожалуйста, вот я вижу руки здесь, Ирина. Анастасия Цветаева написала свою удивительную повесть «Звонарь». Вот я бы хотела немножко услышать от вас об этом удивительном человеке и этом феномене. В чем феномен Саранжева, который считал лучшей звонницей? Это церковь Марона, да, Курики-Манки, и звонница Страстного монастыря. Слышите вопросы? Или мы попросим Костю немножко переозвучивать? Как лучше? Ну, в общем, вопрос о Константине Сараджи поступил, да, поскольку эта личность достаточно известна, особенно для поколения тех, кто читал толстые журналы 60-е, 70-е годы, поскольку имя Константина Сараджева неразрывно связано с именем Анастасии Цветаевой, которая написала сказ о звонаре московском. И фактически, вот удивительно, что это произведение является единственным письменным упоминанием о Сараджеве, написанное кем бы то ни было. Это настораживает, потому что мы можем сказать, что если бы вот такие толпы слушателей благодарных под колокольной церкви Марана Пустынников в Старых Панях собирались и слушали, то мы бы имели вал свидетельств людей, которые бы говорили о том, какие это были звоны, какой это был звонарь и каковы были его качества как звонаря.
С другой стороны, мне лично довелось участвовать в проекте возвращения колоколов из Гарвардского университета. А эта история, она неразрывно связана с личностью Константина Саранджева, поскольку на волне его популярности в 30-е годы американское правительство предприняло невозможные какие-то шаги для того, чтобы Саранджева выписать из Советского Союза как специалиста для того, чтобы настроить колокольный звон по-русски на одной из башен студенческого общежития Гарвардского университета. Саранджев прибыл в Америку, сопроводил колокола, но он увидел колокола, прибывшие на место, и затем начались странности, связанные с тем, что в Москве остался его отец, который был гениальным дирижером, и о нем знают не меньше, чем о его сыне, специалисты-музыковеды. Он гремел тогда, он был просто знаменитостью огромной. И Саранджев-младший, он уверен в том, что его отец находится в заложниках, и что его с отцом что-нибудь случится страшное, пока он находится в Штатах, что его репрессируют и так далее. И на этой почве у него начались проявления такого сугубо психического, что ли, свойства. И в результате нескольких таких, выходок его, было принято однозначное решение не начинать никаких работ по подвеске колоколов в Гарварде, пока Саранджев не отбудет обратно в Москву, так его отправили назад. И он уехал в Москву, это его полностью, это его, конечно, погубило, поскольку, вернувшись в Москву, он оказался совершенно не к месту, и следы его теряются по некоторым данным, он закончил жизнь в психиатрической лечебнице в 41-м году. По крайней мере, то, как это знаем мы. Это немножко из области его биографии. Что говорить? Если говорить о самом Саранджеве, то, опять же, нужно понимать, что это был человек, неразрывно связанный со своей эпохой, со своим временем. Это было дитя Серебряного века. Время, когда многие эксперименты стали возможны, когда был Скрябин, когда были вот эти световые симфонии там и прочее. И Саранджев мечтал о том, чтобы в Москве создать на территории нынешнего парка Горького некую универсальную гигантскую концертную звонницу, чтобы туда свести все самые интересные, самые ценные колокола со всех колоколен, снимая их оттуда. Вот такой подход. Чтобы показать, что колокольное искусство – это очень высоко, и что оно не связано с церковью. Такая идея достаточно скользкая, достаточно сомнительная. Связана с тем, что можно звонить в колокола, но не иметь в виду богослужение. Мы с вами только что говорили о том, что это вещи ментально связаны друг с другом. Поэтому этот путь был некоторым образом тупиковый. И несмотря на все уникальные свойства этого человека как музыканта, опять же, с точки зрения Цветаевой, как свидетельницы, да, она писала об этом, можно говорить о том, что его пример послужил отправной точкой для концертного направления тех, кто играет в доски в Коломенском и прочее. Потому что для них Саранджев очень важен, как некий исторический пример, на который они могут опереться. Что если вы, церковники, привязали все к богослужению, то вот был же великий Саранджев, которого слушали все, и теперь мы можем делать с колоколами что угодно. Делать колокольные симфонии, появляются произведения авторские, звон наваждения, звон рассказ монаха, звон перистые облака и так далее, так далее, так далее. Начинает, опять же, размываться вот это вот свойство колокольного звучания как такового. Поэтому у меня, как у церковного звонаря с 25-летним опытом, отношение к результатам деятельности Саранджева достаточно такое сухое. Но я, конечно же, понимаю, опять же, что этого человека можно воспринимать исключительно в контексте его времени. Тогда он был, видимо, необходим. Это была какая-то агония колокольной культуры в России. Какое-то, состояние наивысшего восторга перед гибелью, когда массово начали сбрасываться колокола, взрываться колокольни, ломаться храмы. И колоколов осталось настолько мало, а звучащих еще меньше, ведь многие колокола почили в театрах, в музеях. Вот перед всем этим был Саранджев, как точка, как вспышка, погасшая в темноту. Трагический образ такой, удивительный. И в этом смысле, конечно же, личность Саранджева очень ценна для понимания современной истории колокольного искусства в России. Без его личности она не была бы столь яркой, столь выпуклой для нас, для всех. Пожалуй, я бы так ответил на ваш вопрос. В порядке маленькой ремарки я бы хотел сказать, что Саранджев обладал феноменальным слухом, о котором, опять же, Цветаева пишет в своем произведении. В частности, она говорит о том, что он слышал внутри одного тона несколько десятков ступеней.
и различал их достаточно чутко. Я читал произведения, написанные самим Сараджо. Они существуют. Есть его собственные тексты. Обычно они говорят о том, что весь мир – это люди ограниченные, один я знаю то, что недоступно всем остальным. Такое. И никто не может оценить то, что слышу я. Он оставил список индивидуальностей московских колоколов. Громадная работа, где на нотном стане, нотами, прямо набором нот, написаны индивидуальности благовестников в храмах, 80% и 90% которых просто уже не существует. Вот эти индивидуальности колоколов, они бы, конечно, были документом для того, чтобы попытаться воссоздать колокола, если бы не сохранилось несколько колоколов, которые можно сейчас сравнить с теми списками, которые оставил Сараджо. Это и было сделано, и оказалось, что совпадение отсутствует. Его метод нотописи был индивидуальным. Он был совершенно другим, он не является спектром колокола. И фактически применять эти ноты как характеристика индивидуальности колокола невозможно в связи с тем, что существуют сугубо научные данные о несовпадении его нот с теми нотными строками, которые сейчас можно построить с помощью аппаратных средств спектроанализа. Вот просто маленькая ремарка тоже к сведению о том наследии, которое осталось от Сараджо. Но образ, безусловно, яркий. Подумал, можно ли сопоставить эту попытку отделить колокол от колокольни, ну, скажем, с обмерщением Стюарта, Палеха или Холла, с попыткой спасти искусство в новой ситуации. И разница результатов говорит о разнице этих искусств, да? Да. Так, наверное. Я видел здесь руку или... Чей сейчас вопрос? У нас нет второго микрофона, да? Видимо, нет. Да, пожалуйста, вы. Да-да, вы. Да-да. Мне казалось, там была рука. Да, пожалуйста. Хотите, буду передавать. Спасибо большое за лекцию. Знаете, у меня возникла такая одна аналогия с лекцией тоже в школе наследия. Был Александр Рапопорт, и он говорил о том, что в современной архитектуре очень часто отсутствует достоинство. И поэтому, например, дома ты... дома ты комод из Икеи не оставишь наследство, а вот комод, который был до этого и такое достояние семьи, оно передается. И когда вы говорили по поводу современных звонарей в Ростове, и это все ровно по тем же нотам, которые были созданы, по тем же звукам, но это другой звук, я потому что это как раз, наверное, про достоинство, что вот его в какой-то момент потеряли, и его еще как-то не приобрели, и не могут, может быть, найти этот способ его приобрести. И вопрос теперь уже. Если так много колоколов было утрачено, кто их сейчас создает? То есть там, это ручная работа, это более промышленная? Как все это происходит? Звуки в зале. Значит, первую часть, вот утвердительную, я тоже могу воспринять немножко как вопрос. Спасибо большое за комод из Икеи. Прекрасный образ, я буду с удовольствием использовать в дальнейшем. Что бы я хотел сказать? Прежде всего, я прошу понять меня правильно. Я ни в коей мере не подвергаю сомнению желание звонить красиво у нынешних ростовских звонарей. Я не говорю о том, что они не стараются, или что им все равно, что им скучно и так далее. К сожалению, здесь проблема совершенно в другом. Та база, та основа, на которой они строят свое искусство, преуспевая в нем, она ошибочна в своей сути, поскольку не отражает естественного развития колокольной традиции как таковой. Звоны нотами не записывались. Это факт. Звоны нотами не записывались. Обучение звону во многом напоминает обучение танцу, поскольку наставник звонарям объясняет: здесь ты вот так делай, а ты на вторую, четвертую, а ты в этом месте вот так. Почему колокола имеют имена собственные? То же самое, что название улиц в городах. Трудно сказать, иди вот к тому колоколу и звони вот тот. Проще говорить, ты давай в Голодаря, я в Лебедя ударю. Вот вам это понимика. А поэтому можно сказать, что вот звонари в Ростове, к сожалению, не чувствуют ценности того опыта, который оставили старые звонари. Они его не видят. Они его оспаривают, они говорят, что звонари звонили криво на этих записях. Есть даже статьи, представляете, пишут, что они не умели звонить, потому что они не соединяли большие колокола в едином ритме. То есть нет даже понимания, что если человек играет на гуслях, он от нижней струны к верхней будет проводить постепенно, примерно таким же звуком,
как и то, что мы с вами слышали. Я лично многократно общался со звонарями Ростова Великого. Многократно. У меня есть публикации в Ростовском государственном музее. В этом году я снова буду пытаться пробить эту стенку, буду читать доклад на конференции «История и культура Ростовской земли». Приблизительно об этой проблематике в доступном и корректном тоне для звонарей, которые действуют там сейчас. Просто чтобы обсудить по-нашему, на профессиональном уровне, проблему звукоизвлечения с колоколов. Я не оставляю этих усилий. Но пока у меня нет возможности повлиять на эту ситуацию непосредственно, я делаю нечто совершенно иное. Через дорогу храм Христа Спасителя. У нас очень большие колокола. Я являюсь там что-то вроде наставника над звонарями, то есть я не штатный звонарь храма Христа Спасителя, но вся история его развития этого звона произошла на моих глазах. И всякий раз, когда я туда прихожу, звонари обращаются ко мне за советами и, проще говоря, как режиссер ставлю колокольный звон. Так вот, один из колокольных звонов литургии, как самоцель, это Егорьевский звон Ростова Великого. Я взял старую запись ростовских звонарей, расшифровал ее, перевел ее в многоканальный редактор, вычленив звучание каждого из колоколов. И зная, как привязаны веревки на ростовской звоннице, я выключил те или иные каналы и услышал впервые, что делает каждый из звонарей на ростовской звоннице. Один так, другой так, третий так. И дал инструкции нынешним звонарям, чтобы они звонили подобно. Это реставрационный подход. Я пытаюсь понять не столько форму звона, сколько образ мысли человека, который в колокола звонит. Вот. Таким образом, я пытаюсь активно воздействовать на это, и вроде бы как стало получаться. Мои коллеги с удовольствием воспринимают этот опыт и звонят с достоинством, звонят красиво, звонят волной. Что касается производства колоколов, о которых вы спросили, сейчас колокола отливаются на литейных заводах. Произошел удивительный разрыв, связанный с тем, что в то время, когда в советскую эпоху было не для чего, не то что запрещено, а просто не лили церковные колокола, литейное дело шагнуло на несколько шагов вперед. Произошла та самая научно-техническая революция. И в 90-е годы, когда литейщики снова вернулись к литью колоколов, они уже смотрели на это с точки зрения литейщиков конца 20 века, а не начала 20 века. В результате получилось следующее. Они знали технологию, но они не знали цели. Они понимали, как отлить, и они не понимали, что отлить. Начались эксперименты с формой колокола, с его украшением, с профилями, с металлургией, что угодно, любые эксперименты. В результате кривые колокола, страшные, которые звучали в самом начале 90-х годов. А вот затем был применен научный подход, были сделаны слепки с форм колоколов 17 века. Эти слепки переданы на завод, и на заводе стали откручивать по шаблону колокола по подобию колоколов 17 века. Результат. Когда 7-тонный колокол на Софийском храме, на Софийской набережной, начинает звонить благовест к службе, звонари колокольни Ивана Великого пугаются, что кто-то залез к нам и начал звонить в колокол лебедь Семена Гавриловича Мажухина 1755 года. Тональность совпала. Совпали обертона, совпало все. Звучит точно такой же колокол. Это неудивительно. Литейщики вернулись к той форме, которая была свойственна классическому периоду колокольного литья, и колокол весит столько же. Там 7 тонн, и здесь 7 тонн. Вот вам одинаковый звук. И все эти бесконечные компьютерные эксперименты, поиски новых форм, поиски новых металлов, новых материалов для формовки приводят литейщиков к той точке, откуда шагнули моторины. История сделала очередной виток. Только если раньше она делала его за несколько столетий, сейчас прошло буквально 20 лет, и уровень 18 века, можно сказать, уверен, достиг. Спасибо за лекцию. У меня два вопроса, один короткий, второй не очень. Есть ли региональные сейчас школы, скажем, в Архангельске, там Иван Данилов какое-то время устанавливал назад звонные и так далее, и где-то еще есть? Это первый вопрос. А второй вопрос такой. Тоже все время сильно заинтересовавшись проблематикой, там у меня есть пластинки ростовские, там изучал биографию померанцев и так далее. В какой-то момент я немножко разочаровался в комплексе, что ли, данных, потому что я почувствовал некоторое
какую-то недоброту, что ли, в отрасли. Очень часто звонари одни сильно критикуют других, там одни школы сильно критикуют других, и вы сейчас прямо достаточно жестко прошлись. И в плане, там, допустим, иконы, если мы видим там Андрея Рублева, в плане там пресса, мы видим Дионисия, то в плане колоколов у нас довольно мало ориентиров там, того времени, как звук не записывался, только европейские как бы, последовательности. Почему есть уверенность, вот кроме этих ростовских звонов, какие-то есть еще базисы, исходя из которых вы считаете, что там вот такая-то традиция правильная, а такая-то там неправильная? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. На самом деле я воспринимаю его абсолютно как единый вопрос, поскольку затронута очень важная тема. Действительно, вот те, кто вникают в колокольную, ну, как бы скажу, тусовку, да, вот отношения, обращают особое внимание на весьма недружественный, недоброжелательный фон, который царит в колокольном кругу. Я тоже задавался этим вопросом, как любой нормальный человек, почему так, и почему действительно многие современные яркие деятели колокольного мира не могут найти общий язык друг с другом до такой степени, что просто не признают существование друг друга как специалистов. И понимание у меня, конечно, есть, я поделюсь с удовольствием. Но прежде я хочу сказать о региональных школах. К сожалению, советское вот это страшное время катком прокатилось по колокольной традиции. Очень важно для тех, кто изучает колокольную традицию, ознакомиться с трудом Смоленского о колокольном звоне в России. Это публикация 1907 года. Очень важный текст. Потому что он как раз показывает уровень развития региональных школ и направлений колокольного искусства на начало 20 века, эпоха наивысшего расцвета индивидуальности колокольного звона. Он как раз пишет о звонах в Казани, еще там в нескольких местах пишет о звонаре удивительно. Есть замечательный труд Рыбакова о церковном звоне тоже. Там потрясающе выведена личность звонаря Смагина, который рассказывает о психологии звонаря, о том, что чувствует звонарь во время звона. Это крайне важный профессиональный текст, на котором мы учим звонари. Но советское время катком прокатилось по всей этой традиции, по причине утраты материальных носителей колокольной культуры. Если певчие могли рассредоточиться, уйти в затвор, исчезнуть, потом собраться снова и продолжать петь, то за отсутствием колокольни с целостным подбором колоколов теряется возможность продолжить традицию. Когда ко мне обращаются ученики и просят: «Научите меня звонить в колокола, у вас, наверное, есть класс». Я говорю: «В классе вы можете только научиться базовому движению правой руки, которое действительно требует некоторого навыка, и бегом из класса на свою колокольню учиться звонить у себя». Почему? Именно по той самой причине, чтобы вот эти кусты, региональные направления звона, начали произрастать на своих колокольнях, чтобы звонари звонили не однотипно, чтобы их звон был разным, но чтобы в основе своей он бы опирался на то, что является преемственностью традиции. Базовым вопросом, который дает мне право о чем-то уверенно говорить, является преемственность традиции. Это очень просто. Я, как звонарь, обязан называть своих предшественников, которые должны называть своих предшественников. И ниточка должна уходить хотя бы в начало 20 века. Не в 60-е годы 20 века, не в 70-е, а туда, к Николаю II хотя бы. Дальше исторический туман. Мы можем читать некие тексты, косвенно понимать, чувствовать колокольную традицию, ну, например, по произведениям Мусоргского, по произведениям Рахманинова, которые слушали колокольные звоны и интерпретировали их в своем искусстве. Это очень важный источник знаний для нас, безусловно. Но непосредственно мы должны учиться у тех, кто может четко и недвусмысленно назвать своих предшественников. Тогда мы имеем право, как звонари, что-то утверждать. Моими учителями были Владимир Иванович Машков. Это был человек, который родился в 1907 году, а умер в 2001. И он был главным звонарем в Новодевичьем монастыре. Я бегал к нему мальчишкой на колокольню в течение 10 лет. Общался с ним. Звонари — люди очень простые, незаносчивые, особенно если это звонари настоящие. Они не строят из себя там звезд каких-то, а очень охотно рассказывают, делятся и с удовольствием выражают огромное удовлетворение, когда чувствуют, что звон похож на их манеру. Говорит: «Ну, вы звоните прям как я». И чувствует, что это вот просто вот огромная большая радость. Мне Машков это говорил. То есть удалось расшифровать какой-то код, способ его колокольного звона.
Биография Машкова широко известна в колокольном кругу. Это был человек, который родился в приходе Елоховского собора еще до того, как большевики сбросили большие колокола. Это был человек, который видел лично царевича Алексея Николаевича и государственную императрицу, который говорил, что до войны, я слов слушает Реута в Кремле, до войны, значит, до Первой мировой. Вот. И который служил с патриархом Тихоном, который ему носил крест. 10 служб до самого ареста патриарха, молодым человеком он прислуживал патриарху Тихону. И всю жизнь посвятил колокольному звонарскому служению. Он звонил у владыки Николая Ярушевича в храме Преображения на Преображенской площади, вплоть до закрытия общины. А потом с переносом Крутицкой Коломенской кафедры в Новодевичий монастырь стал звонить там. И с тех пор, и до своей кончины, до 2001 года, неотступно, постоянно звонил там. Был очень бодрый человек. В прекрасном здоровье. 90... Сколько ему было, получается? 94 года. Он играл в футбол в юности очень много. Говорил, я, говорит, по профессии конструктор, а звонок – мое хобби. Вот было его отношение к колоколам. При этом звонил так, что оставил по себе тоже множество учеников. Я привел этот пример специально, отвечая на ваш вопрос. Если мы говорим об Архангельской школе, то мы обязательно должны упомянуть музей Малой Карелы, где колокольная традиция зародилась, фактически самозародилась, на почве того, что несколько деятелей Лоханский, Давыдов, Данилов, имена известны в колокольном кругу, были поставлены перед необходимостью, желанием соорудить колокольные звоны в условиях музея деревянного зодчества на колоколах, которые были привезены туда, свезены с разных храмов. И они там начали звонить колокола. То есть это был подход, заведомо ориентированный на музейную специфику и на то, что колокольные звоны будут демонстрироваться посетителям музея. Соответственно, и Данилов воспринял это точно так же, как и все остальные его ученики в дальнейшем. Что же касается вопроса о том, почему вы так много ссоритесь, этот вопрос объясняется очень просто. Дело в том, что в колокольном искусстве, в отличие от многих других, напрочь отсутствуют единые утвержденные стандарты. Если мы говорим о классической музыке, и какой-нибудь музыкант на классическом концерте захочет сыграть, там, не знаю, что-нибудь там, седьмую симфонию, как-нибудь не так, то его освистают, ему скажут, что вы делаете, это так нельзя. В колокольном мире все по-другому. Что бы ты ни делал, скажут, ну это же колокола звонят, это же здорово, понимаете, это же уникально. И всегда найдется любитель, который объяснит, что это того стоит, понимаете. Мы живем в очень странное время в этом плане, что многие наши эксперименты толерантно пропускаются, потому что нет фильтра, который бы говорил, это допустимо, это нет, это можно, это нельзя. В результате возникает многообразие, когда все стоят на разных базах. А так как они стоят на разных базах, так они не смогут быть совместимыми друг с другом. И из-за этой несовместимости рождают чисто человеческое неприятие, отношения, что ты делаешь не так, как я не как этот вообще непонятно у кого учился, а я вообще звонить там, знаете, а этот вообще звонить не умеет. Что это за звонарь, знаете, и так далее. И такого очень много. Попытка унифицировать это все пока проваливалась. Например, был издан даже целый устав колокольного звона, в котором было найдено такое количество глупостей, что он был запрещен к распространению синодальным отделом Московской патриархии. Документ у меня есть, если кого-то интересует об этом. Вот, еще при патриархе Алексее было дело. То есть пока не существует звонарского комьюнити, звонарского сообщества, пока звонари не собрались в некий коллегиальный орган, в некую гильдию, и когда, пока они не смогли друг с другом договориться на базовой основе, что такое колокольный звон, что допустимо, что нет, будет существовать вот это бесконечное трение, порождающее искры. Поскольку действительно то, что важно, например, для меня, не важно для звонарей нынешних, там, Ростова и Великов. И то, что важно для них, для меня является второстепенным. И мы не можем сойтись. Как бы мы ни относились хорошо друг к другу. А сегодня буквально вот перед этой лекцией я участвовал в освящении колоколов в одном очень важном месте. Это при Плехановском университете воссоздается храм эпохи модерна. С небольшой, там домовый храм с небольшой колокольней. И вот на этом освящении колоколов пришли солистки ансамбля «Колокола России», там Филимонова, это очень известная деятельница тоже нынешнего колокольного мира. И как бы я ни относился к тому, что она делает, она и доски стучит, и там концерты, и все прочее, мы прекрасно общаемся, мы находим общий язык друг с другом, и нет никаких проблем в личностном плане. Хотя многие вещи, которые они делают, для меня являются неприемлемыми. Это нормально. В условиях, пока не существует единого, утвержденного соборного стандарта. И пока проблемы в колокольном деле не обсуждаются коллегиально, с вынесением некоего авторитетного общего вердикта. Как в спорте. Если существует федерация спорта, тогда многие вещи считаются неприемлемыми. Просто так договорились. Вот в колокольном мире до этого еще, видимо, далеко.
Есть вопросы? Да, пожалуйста. Спасибо большое за лекцию. Знаете, я вот хотела бы, то есть я пришла и была удивлена тем, что в качестве примера вы привели Александра Жихарева, который создал, собственно, поющую бронзу. Я его сама лично знаю, и однажды, когда я гуляла в Коломенском, я слышала звоны и пошла просто на звук. Шла. И вот увидела вот эту вот звонницу, и, собственно, очень долго его расспрашивала, в течение там многих лет с ним, в общем-то, общалась, как он вообще, собственно, придумал вот то, что он придумал. И он говорил, что он, во-первых, в прошлом тоже что-то волнуюсь, он в прошлом тоже колоколитейщик, работал, собственно, выливал колокола, и у него была такая вот идея, он хотел создать звук, и он искал звук, звучание непосредственно. И он никогда не сопоставлял, вернее, не противопоставлял бронзу, да, поющую бронзу колоколам. То есть он сразу, собственно, ну, отделил одно от другого. И, собственно, когда он уже выставлялся в Коломенском, то люди приходили просто вот, ну, знаете, там, получить удовольствие, да, послушать. При этом на Георгиевской колокольне звучали, приходили звонари, или он там, так как он работал звонарем. Фактически их звук был максимумом того, что воспринималось в обыденной жизни, то сейчас колокольный звон удивить практически никого невозможно. Рев колонок на рок-концерте, взлетающий бомбардировщик, там, не знаю, самолет или что-нибудь, болид Формулы-1. Любые громкие звуки агрессивны. Мы окружены огромным количеством сверхнормативно громких звуков. Появился шум машины, который съедает колокольные вибрации. Когда меня спрашивают, действительно ли слышно было колокольный звон Московского Кремля в Мытищах, я говорю, да, это было, когда воздух был спокоен, и колокольный звон был доминантой, который звучал, освещая собой все окружающее пространство. Сейчас, даже если бы не было городской застройки, колокольный звон на некотором расстоянии от Кремля слышен бы не был, поскольку шум машин съедает колокольные вибрации, вибрации колокольных звуков. С изменением положения колокола на колокольне изменилась и ментальность звонаря. Если раньше звонарь – это был однозначно человек тихий, скромный, который неспешно, незаметно поднимался по лестнице на колокольню и находился там никем не замеченный, но в результате его действий раздавался громогласный колокольный звон, то сейчас появилось новое поколение звонарей, которые считают себя солистами, лично приковывающими всеобщее внимание, а колокола так, средство воплощения, средство выражения индивидуальности, средство некоего музицирования для потребностей публики. Я прошу следующий пример дать, там будет пожалуйста. К слову сказать, мы с вами слышим не что иное, как значит, некий колокольный звон, будущий значит, колокольный звон Исаакиевского собора Санкт-Петербурга. Колокола затем были подняты на колокольню, но это как презентация колоколов, их возможностей. И когда колокола были подняты на колокольню, к ним были приделаны автоматические такие крутилки, ударялки, и получился механический звон без участия живого звонаря. Это еще одна очень серьезная проблема нашего времени, связанная все с тем же, с изменением отношения колокола как такового. Конечно, гораздо проще нажать кнопку и заставить колокольню звонить, нежели следить за тем, чтобы звонарь своевременно поднимался на колокольный звон, чтобы ему было удобно, ему надо, может быть, платить, его надо кормить и так далее. А здесь как все просто. Повесил колокола, поставил ударялки и совершай одинаковый колокольный звон.
Но ведь получается в результате следующее. Когда колокольный звон становится однотипным, механическим, меняется и отношение прихожан храма к колокольному звону, поскольку они уже воспринимают не звонаря, живую душу, стоящую над ними, молящуюся за них по-своему, а они понимают, что они приходят к храму под некий аккомпанемент, который просто подобен включению фонарей в ночное время в городе. Вот кнопку нажали, и свет зажегся. Как хорошо. Никаких чувств это не рождает. То есть звучали, собственно, звоны колокольные, и потом после этого, собственно, опять возобновлялись звоны на поющей бронзе. И вот мне сейчас так немножко обидно за него, потому что я знаю, что его убрали из Коломенского, и я шла сюда, даже не подозревала, что вот я вот такое вот услышу. И никаким образом там это все им не придумывалось для бизнеса, то есть к нему постоянно приходили вот так же люди, как я, и что-то предлагали, какие-то варианты, да, то есть вот такой небольшой вот как бы такая защита Александра Жихарева. А вот по поводу споров в колокольном мире, я, знаете, вот сейчас сразу вспомнился мне такой вот история двух монахов. Два монаха решили поссориться. И идут и говорят, а как же мы с тобой поссоримся? Мы же не можем, в общем, надо как-то придумать, как это сделать. Один монах говорит, ну ты, давай я тебя что-то попрошу, а ты мне не давай. Я буду просить, а ты не давай, мы поссоримся. Говорит, ну давай. И значит, говорит, давай, дай мне, пожалуйста, но ты не помнишь, что конкретно, допустим, вот там, допустим, цветок. А он говорит, второй ему говорит, ну да, возьми, конечно, мне не жалко для тебя, и так не смогли поссориться. И вот мне бы хотелось бы, чтобы вот в мире звонарей, я, собственно, уважаю вашу глубину, я понимаю, почему вы так, ну, болезненно относитесь, собственно, к звонам, вернее, к колоколам, потому что вы профессионал, вы исследуете, я понимаю ваши опасения, тот пример, который вы показали, с крестным ходом, это, конечно, меня самой шок. Я считаю, это просто позор. Вот. И не хотелось бы, чтобы колокольная традиция умирала, но мне кажется, нам нужно просто понять, что есть вот колокола, да, вот, их миссия, собственно, напоминать о Боге, да, подготавливать человека к службе, когда он приходит в монастырях, собственно, тоже, да, вот я езжу в монастырь и знаю отношения монахинь, женский монастырь. Вот. Но есть еще вот некий такой вот, может быть, славянская эта история, мы же славяне, да, вот некого вот таких вот плоских, скажем так, вот, я их билд-то не могу назвать тоже, вот, скорее всего, вот, даже Александр был, я не знаю, как он называется, вот, так решили, что поющая бронза, вот. И вот есть вот некий такой вот, такая вот, ну, вектор развития инструмента, звуков, да, музыкальных, которые тоже имеют право на существование. Спасибо вам большое. Ну, я просто хочу прокомментировать, спасибо вам большое за вашу, ну, такую апологию, да, здесь. Я просто хочу прокомментировать данный, как бы, момент, поскольку он имеет ко мне самое непосредственное значение, гораздо более непосредственное, чем вам даже кажется. Во-первых, обратите внимание, что имя Жихарева вы произнесли впервые за сегодняшний вечер. Я не говорил о Жихареве, когда показывал пример с Коломенском. Я сказал Коломенское и так называемое Мило, но я не сказал имя Жихарева. А это не случайно. Что касается Александра Ивановича, я его знаю с 1991 года. Как человека, который занимался литьем колоколов в Институте легких сплавов, это ВИЛС так называемый, и могу сказать, например, что его колокола звонят в храме Всех Святых в Красном Селе или звонят у нас на церкви Державной иконы Божьей Матери возле храма Христа Спасителя. Его колокола я прекрасно знаю, и что получалось и что не получалось у него при литье этих колоколов, мне тоже очень хорошо известно. Это был все-таки ранний этап колокольного литья, не увенчавшийся какими-то существенными успехами на этом поприще. Александр Иванович звонил достаточно долго в нашем коллективе в Московском Кремле в качестве звонаря, нажимал на педали больших колоколов. Потом, когда построили храм Христа Спасителя, он был одним из звонарей храма Христа Спасителя. Потом, в силу своих каких-то личных причин, он расстался с нами и перестал быть звонарем при церкви как таковой.
Что касается Коломенского, он придумал вот эту доску в 1993 году. Я был свидетелем появления этой доски первого, которая вообще, ну, на публике. Презентация этой доски состоялась на конференции «Колокола и колокольни», посвященной началу звонов на колокольне Ивана Великого. Это была удивительная конференция, 3 дня были люди, ну, Казаржевский был, Кавельмахер был, там, кого там только не было. Зубова, там потрясающие были доклады. Это 3 дня продолжалось совершенно. Петков сидел в зале, понимаете, если говорить о литейщиках. Так вот, там он вытащил на сцену впервые вот эту доску и сказал: «Я вот придумал поющую бронзу для того, чтобы в театрах мы могли бы заменить колокола, и в камерных условиях мы могли бы это все делать, чтобы звонили». И я с ним многократно общался. Во-первых, сейчас бы встретиться с Александром Ивановичем, мы с ним пообщались. Его хотели сегодня пригласить, но вы знаете, не смогла. Да, но... думаю, что даже к лучшему, потому что, мне кажется... Я думаю, что нет, потому что он прекрасно знает критику вот этой всей истории и относится к ней так, как относится, поскольку не первый год мы с ним знакомы. И, в общем-то, отношение к доскам он прекрасно знает. Вот. Дело совершенно не в этом. Дело в том, что бизнес начался не им. Почему я не назвал его имени? Нашлись другие совершенно люди, у которых был совершенно другой металл в виде прокатных досок, которые взяли идею вот эту Жихарева, который действительно горел тем, что он ищет какой-то звук. У него были идеи абстрактные. Он никогда с этими досками не позиционировал себя как церковный звонарь. А значит, он имел право делать все, что угодно. Мы не диктуем свои отношения, твои отношения к сторонам, не имеющих к нам прямого, нас прямого влияния. Нашли совершенно другие люди, у которых был прокатный металл. Титан и цирконий. Это даже не бронза. Титан и цирконий. Белесый металл. И они взяли эту идею, его практически украли, и создали бизнес по продаже вот этого дела в храмы вместо колоколов. Идея принадлежала не Жихареву в этом плане. А дальше следом потянулись ходоки к нему, и он не отказывал в этом. В частности, в том же храме Всех Святых в Красном Селе к службам стучат доски бронзовые именно Жихарева. То есть имеет место проникновение его, результатов его труда на церковные колокольни, объективно существует. Не в промышленных масштабах, не бизнеса ради, а просто потому что попросили, сделайте нам вот так. Мы хотим, чтобы у нас был более мощный колокольный звон. А в итоге в Астрахани на колокольню Кремля вешается двухтонная царь-вилла с иконами, по которым бьют бревном. И это воспринимается как колокольный звон, простите меня. Царь-вилла в Астрахани. Там же не бревно. 2 тонны, понимаете? Дело не в том, кто это придумал, а дело в том, что каждый предмет имеет свое развитие, свою логику развития. И если эта ветвь тупиковая для церковного звона, а я в этом убежден абсолютно, поскольку на мои вопросы, я повторю, не ответил ни один из деятелей, к которым я обращался. Вот. Надеюсь, может быть, ответ поступил. То говорить о светских формах музицирования я не имею права. Когда я показываю Коломенское, я просто показываю предмет, там его удобнее всего, потому что, ну, очень много видеоматериала с ним. Но я никому не кричал: «А ту бежим в Коломенское спасать его от гонгов и там-тамов, металлофонов». То, что они оттуда ушли, ну, там были свои причины, внутренние свойства, почему их оттуда попросили. Я могу сказать одно. У меня есть знакомые сотрудники музея Коломенского, которые там работали в отделе и восстанавливали, делали в частности экспозицию вот на основе львиных ворот, вот это вот удивительное. Так вот они рассказывали мне, вот из первых уст я знаю, что когда музейные работники целый день слушали вот эту штуку, у них к вечеру болела голова, им было плохо. Я эти свидетельства получал просто непосредственно от тех, кто работал в музее. Вот другая сторона. Когда вы идете по лужайке и вы слышите эти доски, они вам нравятся, это завораживает, это красиво, вы садитесь это слушать, вы находитесь в правильном настроении, вы резонируете с этим. Понимаете? Но возникает момент навязчивого, такого длинного. Вот звона, например, колокольни не длятся долго, да, у нас. А здесь это вот целый день играет. И к вечеру сотрудники музея просто жалуются, что им плохо от этого. Вот кому-то от этого может быть плохо. Воспримите это просто как факт, без эмоций. Просто как есть. Я разговаривала с сотрудником, я знаю. Друзья, давайте я эту тему прерву, потому что, смотрите, времени осталось очень немного. Кому далеко ехать, кто-то уже уходит. И понятно, что лекция была полемической в некоторых частях. Можно продолжить, наверное, этого рода вопросы, да, если Константин еще будет в состоянии там в кулуарах.
Могу я воспользоваться правом ведущего и задать вопрос вот в оставшееся время, который может потребовать не короткого ответа, и такой более личный по нашей традиции? Как, потому что ситуация уникальная, на мой взгляд, очень интересно узнать, как выглядит работа на главной колокольне страны. Согласны с таким вопросом? Ну, в общем, я могу сказать так, что если мы говорим о колокольне... Да, если мы говорим о колокольне Ивана Великого, кстати, позвольте тоже включить небольшую полемическую ноточку, такую крошечную. Меня... я не навязываю своего мнения, я просто делюсь им. Меня немножко огорчает, когда современные, нынешние сотрудники музея Московского Кремля настойчиво требуют, чтобы все без исключения произносили «колокольня, кавычка, Иван Великий» в именительном падеже. Дело в том, что я специально копал литературу, в том числе историческую, и нашел массу примеров, когда говорилось «колокольня Ивана Великого» в родительном падеже без никаких кавычек. И, конечно же, я встречал примеры, когда говорили «колокольня Иван Великий» или просто «Иван Великий». Я в этом плане выступаю всячески за многообразие названия этой колокольни. И считаю, что называть колокольня Иван Великий – это примерно то же самое, как Данилов монастырь называть монастырь Святой Даниил. Или собор Успения Божией Матери, например, в кавычки занести. Это как бы вот что касается маленькой такой ремарки особенно филологического свойства. Что касается звонов на колокольне Ивана Великого. Нынешний статус главной колокольни страны таков, что мы находимся под действием договора о совместном использовании имущества музея Московский Кремль для проведения богослужений. Это фактически было распоряжение Ельцина, значит, в начале 90-х годов. Это означает, что на колокольне Ивана Великого до сих пор не существует официально штата звонарей с утвержденным штатным расписанием и окладами. Там звонят исключительно волонтеры, но только это одни и те же волонтеры, которые всю свою жизнь положили на то, чтобы колокольные звоны там существовали. И, в общем-то, вот этот неофициальный статус делает нас свободными в плане того, что мы совершаем там колокольные звоны так, как считаем полезным и правильным с точки зрения звонарских традиций, а не так, как нам велел комендант Московского Кремля или велело нам священноначальник. Это позволяет во многом провести работу над усовершенствованием, как ни странно, колокольного звона, связанного с тем, что, вот как Смоленский писал, колокольный звон всегда представляет собой лишь громогласную бестолковщину, в которой теряются подробности звона мелодического и ритмического. Известно, что языки больших колоколов не меняют скорости своего качания по самой простой причине. Они тяжелые и подчинены законам маятника. Поэтому одновременный звон в 4-5 таких колоколов производит только ритмический разнобой и помеху для звонаря-художника. Художественный звон возможен только на малых колокольнях, где колокола подведены для одного звонаря, писал Смоленский еще в 1907 году. Если бы мы сейчас по этому принципу начали звонить на колокольне Ивана Великого, то современный человек с его уровнем музыкального развития, восприятия, эрудиции сказал бы, что звонари либо напились пьяными, либо просто не знают своего дела, потому что колокола просто, перебивая друг друга, звонили хаотически. Поэтому впервые в практике кремлевских звонов с начала 90-х годов старшим звонарем Московского Кремля Коноваловым Игорем Васильевичем введено дирижирование. Стоит старший звонарь на Соборной площади, слышит, как долетает до него звук большого колокола, и звонари, которые распределены на разных ярусах колокольни, не слышат друг друга и не видят друг друга. Они вообще не слышат никого, кроме себя, звонящих на соответствующем ярусе. И только по виду взмаха руки, который постоянно за сигнал, звонари могут совершать единообразный ритмический звон. И каждый, пребывая в Московском Кремле, может подтвердить, что никогда колокольня Ивана Великого не звонит в разнобой. Это результат нашей деятельности в течение стольких лет. В целом можно сказать, что звон на Иване Великом представляет собой, конечно, колоссальную ответственность в связи с тем, что мы имеем дело с историческими раритетами. За время нашего звона, разумеется, не был разбит ни один колокол. За время нашего звона не произошло никаких разрушений, никаких изменений. Паника по поводу столбов, которые мы вбивали к инаугурации, была вызвана неправильной интерпретацией понятия «Ивановский столб» журналистами, в результате чего была запущена утка, что звонари специально делают какие-то столбы. Потом было дано опровержение, редчайший случай, когда Эдуард Тасс выпустил опровержение собственной новости на следующий день.
Вот. То есть мы, конечно, очень практично относимся к колокольне. К сожалению, колокольня – это режимный объект, на который нельзя водить всех желающих. Там комендатура очень жестко следит, есть система наблюдения, и мы не можем просто взять и провести там экскурсию. Поэтому мы так вот как бы аккуратненько проводим звоны коллегиально, сами с применением, так как мы сами волонтеры, да, в каком-то смысле, то и помогают нам такие же любители колокольного звона, которые в этом звоне участвуют на отведенных им местах. Чаще всего стоя под реутом и просто смахивая рукой, когда нужно прекратить звон в реуте. Например, большой. Это главный колокол, который благовестит в Кремле. В целом, в организации звонов мы ориентируемся на традиции все тех же ростовских звонов, как ниточки, которые ведет нас к прежним временам. Я прошу прощения, я забыл полностью ответить на вопрос, связывающий нас с предшественниками. Мы можем насчитать, по крайней мере, 4 источника традиции, на которые мы опираемся. Это колокольные звоны ростовского Кремля, о них я рассказал сегодня подробно. Это колокольные звоны Псково-Печерского монастыря, где никогда звон не прекращался, в том числе в советское время, в силу исторических причин. И это единственная звонница, где сохранился звон колоколов раскачку, так называемый очепной колокольный звон. Два больших колокола качают с помощью коромысла, так, как это делалось, например, повсеместно в Москве в 17 веке. Вот этот способ звона не вышел из употребления и сейчас применяется в Псково-Печерском монастыре. Остальные колокола используются в языке, звонятся там очень хитрым способом, и звон очень красив, мы пытаемся его всячески тоже интерпретировать в своих колокольных звонах. Традиция Троицы Сергиевой Лавры, пример, который я привел в конце моей вот этой лекции, да, презентации, я показал, как звонят лавры, связана преемственность с тем, что мы лично знали отца Михея, который, как я уже говорил, знал под своих предшественников вплоть до царских времен. Соответственно, мы можем сказать, что, скорее всего, в своем звоне мы повторяем традиции звона Троицы Сергиевой Лавры, а не только отца Михея, который научил нас звонить. И вот, обучение звону Владимира Ивановича Машкова, который слушал Москву, однажды под диктофонную запись я попросил его перечислить колокольни, на которых ему доводилось звонить, и когда он начал это перечисление, я пришел в ужас, потому что просто большинство храмов не существует как таковых, не то что колоколов на них, а просто храмов нет. Понимаете, он все это видел, он все это слышал, он очень хорошо, охотно общался, ходил звонить. И я хочу развеять вот этот стереотип о том, что звонарей такие буки, которые сидят все на колокольне, никого не пускают, ничего не признают, говорят, что они самые лучшие, а все вокруг звонить не умеют. На самом деле, ничто так не ценится в звонарском кругу, как дружба и звонарское общение. И те колокольные фестивали, которые проводятся ради пропаганды колокольного искусства, они это показывают очень хорошо, что сложился круг вологодских, новгородских, петербургских, ярославских звонарей, которые знают друг друга лично, которые перезваниваются, переписываются, ездят друг к другу в гости, с удовольствием воруют друг у друга манеры звона, воспринимают их, звонят также и показывают свой способ. Существует, продолжается наше, вот на нашем уровне звонарское общение. И даже если в той же Вологде, где сохранились большие колокола на Софийской колокольне, но не сохранилась традиция звона, я специально спрашивал у звонарей, есть ли кто-нибудь, кто вам передал, говорят, нет. Все было закрыто, заперто и нельзя. А потом мы пришли, мы пытаемся что-то такое делать. И вот таких примеров масса, когда вроде бы и колокола есть, а что делать на них, непонятно. В Китае были обнаружены ископаемые колокола, целый набор. Со времен императора там, какого-то там тысячелетия, что-то. Я подробностей истории не помню, она меня просто потрясла. И археологи, раскопав полностью весь этот материальный источник, носитель, были совершенно бессильны предложить какую бы то ни было музыку, которую можно играть на этих предметах. Поскольку нотации нет, что делать непонятно, колокола, пожалуйста, звони, а что с ним делать? Вот такие примеры, только в менее утрированной такой форме, бывают у нас повсеместно, когда действительно звонари хотят научиться звонить, пытаются, но у них мало источников для вдохновения. В настоящее время есть большой недостаток в том, что у нас нет вот этих в достаточном количестве корней, откуда мы могли черпать наше вдохновение. Но мы не должны на это сетовать, потому что есть и преимущество по сравнению с предыдущими поколениями звонарей. Это преимущество связано с тем, что если прежние звонари, в частности тот же Смагин, Рыбаков описывает это, ходил 40 лет по колокольням и собирал колокольные звоны, нам сейчас достаточно включить YouTube, компьютеры, записи, и мы одновременно в доме у себя можем в зафиксированном виде получить огромный спектр вариантов, как можно звонить в колокола. Это обогащает нынешнюю колокольную культуру и позволяет нам критиковать, спорить, не соглашаться, но и учиться друг у друга и воспринимать колокольный звон как некую единую традицию, которая, безусловно, в новом качестве возрастает в нашей стране. Те отрицательные примеры, которые я привел,
Я привел лишь для того, чтобы более выпукло показать, что колокольный звон – это тоже наследие, он тоже нуждается в некоторой защите. Нельзя толерантно принимать каждый способ использования колоколов. Иначе завтра придут звонари с киянками и будут стучать по колоколам снаружи. Понимаете, вот так. Пример из жизни я его привел. Это не фантазия. Понимаете? То есть в этом плане есть предел допустимого отношения к колоколу как к освященному церковному служебному предмету. Спасибо, Костя. А можно закончить звуковым файлом, завершить? Не знаю, для этого надо что-то отматывать или какой-то, может быть, другой? Или... Попробуйте. У меня, к сожалению, в руках только вот эта маленькая коробочка здесь. Это будет повтор завершения или... Да, я думаю, что мы сейчас возьмем. Я пока поблагодарю еще раз. Давайте вместе поблагодарим еще раз. И... В этом месте плеер застрял. Сейчас. Как часто на Иване Липе вы звоните, когда это можно услышать? Нерегулярно. У нас богослужение проходит по особому графику. Нерегулярно. У нас богослужение проходит по особому графику, не связанное с престолами кремлевских соборов, с почитаемыми святыми, мощи которых находятся в Кремле, и некоторые важные праздники, как Духов день, например, Пасха, Рождество, то есть тоже, ну не в самый день, а там на следующий день обычно. То есть есть особый график богослужения в Кремле, который утверждается на год вперед. Можно немножко отмотать назад, если можно там помочь. Вот, утверждается график на год вперед, и мы заранее знаем, в какие дни мы звоним. Существуют январские и июльские сгущения, когда календарь особенно щедр на дни, когда нам приходится иногда каждый день появляться в Кремле, вот, и совершать свои колокольные звоны. А бывает, например, что звонов нет целый месяц. Вот. В этом году был проведен такой эксперимент. Мы начали звонить не только по богослужениям, но и по субботам, когда происходит церемония развода кремлевского полка по просьбе коменданта Московского Кремля. Такой звон, он вроде бы не приурочен никаким богослужениям, но извиняет нас то, что все-таки соборы Московского Кремля не служат регулярно, и получается, что это единственная возможность посетителям Кремля услышать, как звонят, ну, запустите вот этот файл, я не знаю, как звонит в Америке.